Вот так звучит главная улица Пловдива 21 мая 2020 года. Но надо понимать, что у городов, история которых насчитывает несколько тысяч лет, есть много тихих, тайных мест, которые находятся совсем рядом, буквально в 3-5 минутах ходьбы. И сейчас мы отправимся туда. Мы отправимся на часовой холм Сахат-Тепе. Несколько десятков ступеней, и мы оказываемся в тишине, где слышен только ветер, птицы и собственное дыхание. Сахат-Тепе, или часовой холм, имеет очень богатую историю. Во время археологических раскопок, проведенных в 20-е годы прошлого века, были найдены остатки мраморной плиты, которая была частью циферблата солнечных часов. Есть точка зрения, что они были возведены в период царствования императора Луция Септимия Севера. Первая часовая башня в виде деревянной конструкции была воздвигнута на холме в период с 1578 по 1611 год. Источники утверждают, что первый часовой механизм был изготовлен итальянским конструктором Антонио Барбаджелати. В начале 20 века Сахат-Тепе было переименовано в Данов-Холм в честь деятеля болгарского возрождения Христа Данова. Более 200 лет часовая башня функционировала в виде деревянной конструкции. Но в начале 19 века постройка была полностью уничтожена при пожаре. И в 1809 году началось возведение часовой башни из камня, которое продолжалось 3 года. В этом виде часовая башня существует по настоящее время. Высота часовой башни 17,5 метра, а высота холма от уровня города 46 метров. К сожалению, имя мастера, построившего башню, не сохранилось. Но сохранилась надпись над входом в башню, которая гласит: «В 1809 году эти часы восстановлены. И чтобы сделать это безошибочно, было приложено очень много труда и усилий. Браво и тем мастерам, которые его создали. Стократное браво. Это оформленная и совершенная часовая башня, воздвигнута в 1809 году. Смотрите и восхищайтесь». Вот так звучит копия часового механизма, исполненная по чертежам, сохранившимся с 1882 года, и расположенные в башне, построенной 210 лет назад. Мы спустимся с Сахат-Тепе с другой стороны, потому что Пловдив устроен так, что где бы ты ни спустился с холма, ты всегда придешь на главную улицу Пловдива. И по дороге расскажем вам красивую легенду, которая была нам рассказана старым пловдивчанином. Он, к сожалению, давно умер. Легенда гласит, что если встать в нужное место рядом с башней во время боя часов, то загаданное желание обязательно исполнится. Но легенда есть легенда, и место он нам не назвал. Надеемся, что если вы загадаете желание во время просмотра нашего фильма, в то время, пока бьют часы, оно обязательно исполнится. Мы желаем всем вам красоты, здоровья, удачи и исполнения всех
ваших желаний. Важно успеть, пока бьют часы. О, опа, загадывайте желание. Желание исполнится точно 100%.